«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Приют. Тюек. Приют для животных. Хужагыз хайвандар үсен тюек. Приют для животных. Хужагыз хайвандар үсен тюек. В Уфе построят первый государственный приют для животных. Уфле дәүләт тарафынан хужагыз хайвандар өсөн беренсе төйәк төзеләсәк. В Уфе построят первый государственный приют для животных. Уфле дәүләт тарафынан хужагыз хайвандар өсөн беренсе төйәк төзеләсәк. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».